По разным оценкам, от 5 до 15 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в самом центре Тбилиси. Противники Михаила Саакашвили требуют его отставки с поста президента Грузии и проведения досрочных выборов. Сегодняшний день выбран участниками акции протеста не случайно. Ровно год назад спецназ разогнал мирную демонстрацию. В прямом эфире с грузинской столицы к нам присоединяется корреспондент Первого канала Михаил Рыбакидзе. Михаил, добрый день. Сегодня полиция не вмешивается в происходящее? Здравствуйте, Дмитрий. Полиция действительно мобилизована на проспекте Руставели. На проспекте Руставели находятся и кареты скорой помощи. Кроме того, взяты под особую охрану и здания, где расположены госучреждения. Но к этому моменту полиция никак не вмешивается в акцию протеста, которая проходит на проспекте Руставели. Сегодняшний день выбран в связи с тем, что в прошлом году в это же время был разогнан митинг на проспекте Руставели и на набережной, а затем произошел захват спецназа телекомпании и медиа. Именно свободу слова, а также назначение досрочных президентских и парламентских выборов требуют участники сегодняшней акции. Это самая крупномасштабная акция оппозиции после августовских событий. Вот что заявляют участники, лидеры грузинской оппозиции. Наши акции протеста примут перманентный характер. Мы должны добиться своих целей, главное из которых – это смена власти. Нынешнюю власть уже не хотят видеть нигде, ни в Америке, ни в Европе. Но свое окончательное слово должен сказать грузинский народ. То, что произошло в Грузии, это только лишь вина нашей власти, нынешнего руководства. Они нас обманывали и тогда, когда начались августовские события, которые обернулись для Грузии трагедией. И до сих пор они уверяют, что мы вышли победителями. Организаторы акции призывают участников к спокойствию, потому что, как они заявляют, на площади могут находиться провокаторы, которые захотят проинспирировать какое-либо осложнение. Сегодня, после того, как закончат выступление лидеры оппозиции, участники акции устроят шествие до резиденции Михаила Саакашвили, и они намерены передать ему петицию с требованиями, главное из которых назначение весной 2009 года досрочных президентских и парламентских выборов. Дмитрий. Да, большое спасибо. Многотысячные митинги оппозиции в Тбилиси. В прямом эфире рассказал Михаил Рыбакидзе.